Дом детского и юношеского творчества столицы республики празднует свой 80-летний юбилей. В нем выросло не одно поколение чебоксарцев. Разнообразные секции и кружки помогали развивать в ребятах творческое начало. Сегодня дом является одним из лучших учреждений дополнительного образования в Чувашии и России. Немного истории. В 1936 году в Чебоксарах был открыт Центральный дом пионеров и октябрят, а в 1938 году здесь уже работали танцевальная и хоровая группы. Уже тогда он напоминал встревоженный улей. Старый дом пионеров на Чебоксарском Арбате теперь помнят только старожилы. Когда открылся новый дом, он стал поистине дворцом. Сегодня здесь работают более 130 педагогов, а творчеством занимаются тысячи чебоксарских школьников. Научные, спортивные, танцевальные, декоративно-прикладные, театральные. Всех кружков не перечесть. В этом году коллектив Дома творчества вышел на новый уровень. Он выиграл грант Министерства образования и науки Российской Федерации на создание еще одной интересной интерактивной площадки. Мы выиграли грант 56 миллионов рублей. Это детский технопарк в Анториум. И 12 миллионов нам выделяет республика. И 12 миллионов город, значит, на ремонтные работы. Где-то 80 миллионов, получается, мы должны освоить в этом году. Реконструкция внутри здания уже началась. Технопарк получит современное оснащение. Таким образом, будет сформирована комплексная модель научно-образовательной и творческой среды обучения. Предполагается, что за 2 года дети смогут разработать здесь не менее 50 разных проектов. Татьяна Филатова, Андрей Спиридонов, Республика.